освіти та міжнародний досвід. Нашими спікерами є пані Ірина Браницька-Венеспі, засновником освітнього проєкту «Школа Папая», пані Анна Сушко, голова громадської організації «Агенти школи», пан Філіп Грайер, він є організатором та засновником міжнародної спільноти учасників процесу трансформації освіти «Edius Shifts», Андрій Близнюк, віце-президент громадської організації «Батьківська спілка». Прошу до слова. Доброго дня всім. Я рада вас вітати. Мене звати Анна Сушко, координатор ініціативи «Ангели школи». Ми разом з Іриною Браницькою освітнім проєктом «Папая» та Андрієм Близнюком організували «Батьківська спілка», організація, вибачте, організували приїзд Філіпа Грайера. Сьогодні ви з ним зможете познайомитись. Зможете задати йому питання. Ми підготували дуже багато, в принципі, своїх пунктів, які хотіли би розповісти, питання основні. Основна місія, основні наші запитання до нього, бо кожен з нас є представником окремої напрямку в сфері освіти, тому я прошу розпочинати. Передаю слово Ірині Браницькій. Дякую. Доброго дня, мене звати Ірина Браницька, я співзасновник освітнього проєкту «Папая». І хочу розповісти про наше знайомство з Філіпом, яке почалося на конференції, на міжнародній конференції демократичної освіти в Ізраїлі, куди я приїхала звідси, з України, з питаннями, як я можу розвивати свою школу, в якому напрямі, як можна працювати з дітьми, як можна розвивати фахівців в цій освіті і таке інше. Але те, що я там почула, це взагалі не ті питання, над якими ми зараз працюємо. І тому в мене виникло бажання привезти сюди Філіпа для того, щоб він показав шлях, який набагато довший, ніж просто розвиток школи чи там системи освіти, чи щось на зразок. Ми маємо бачити на перспективу, ми маємо дивитися набагато років наперед, принаймні намагатися це робити. І те, про що він говорить, це не якась там система, яку можна примінити тут, чи взяти для там одного проєкту, чи для іншого. Ні, це взагалі основа освіти, яка вона має бути, основа світу, тому що ті діти, які йдуть після школи, вони творять нашу країну. І це і є основні питання, які хотілося б розповісти вам сьогодні. Батьківська спілка активно включилась в ці питання, тому що насправді участь батьків дуже актуальна в системі освіти. Батьки бажають, щоб їхні діти були успішні, але ця успішність вкладається в тренди, які задає суспільство. Тобто ти успішний, якщо ти там економіст, або юрист, або айтішник зараз. Але досить часто відбуваються випадки, коли батьки таким чином ламають дитину. Тому що дитина хоче бути, наприклад, танцором, або музикою, або ще кимось, митцем. А йому кажуть, ти цими танцюльками собі грошей не заробиш, тому йди в айтішники. А наше завдання якраз задати тренд на відсутність трендів. Адже демократична освіта, яка зараз семимильними кроками крокує світом, вона саме задає можливості для всебічного розвитку дитини. А всебічний розвиток дитини неможливий, коли йде такий суворий батьківський контроль над цим процесом. Тому дуже важлива інтеграція батьків в освітній простір, інтеграція батьків в створення цієї демократичної освіти та розуміння ідеологічне цих засад. Адже демократична освіта не пропагує оцінювання, не пропагує урочної системи або ще якихось таких вад освіти, які зараз існують і в Україні, і в цілому в світі. Але водночас демократична освіта дає неабиякі результати, і це майбутнє, це дійсно тренд найближчих десятиліть. І
Дуже важливо, щоб батьки саме змінювали свою ідеологію у відношенні до освітнього процесу. Неможливо віддати до альтернативної часної приватної школи, а потім вимагати, щоб вчителі ставили оцінки або якось дресирували своїх дітей. Ну, це протирічить ідеології демократичної школи. Ну, тому ми разом. Як? Hi. Thank you very much for having me here. It's very interesting what is going on here, and I really enjoy the moment of coming to Ukraine and seeing how dynamic the ecosystem, the environment here in Ukraine is. Спасибо большое за то, что вы меня пригласили. Мне очень интересно было приехать в Украину, и мне очень интересно узнать, как здесь устроена система образования и что здесь происходит, как она меняется сама. Normally, if you talk about education, you talk about, okay, we have to secure the future of our society, we have to secure the future of our kids. But in our times, when we are looking at the systems that we are having, Обычно, когда говорится об образовании, имеется в виду, что образование – это способ улучшить будущее, это способ сделать хорошее будущее для наших детей. Но в наше время, сейчас, все немножко иначе. It's not a question about the future, it's a question about the current situation. Our lifestyle, our life as such is changing a lot. Our society is transforming rapidly and really in a very high speed. Сейчас это не вопрос будущего, это вопрос настоящего, поскольку наша жизнь очень быстро меняется, наше общество очень быстро меняется, и поэтому наше образование тоже должно меняться вместе с этим. So this also means that we also have to change the way of how we educate ourselves, how we learn from each other and with each other. And this is something that on a systemic level hasn't been touched for many years. То есть нам нужно изменить то, как мы образовываем других, образовываем себя и учим друг друга. Это то, чем не занимались на систематическом уровне уже многие годы. So what I am most proposing is that we are looking at where are the solutions that are working out there, where are schools, where are learning environments, where are communities that are proposing a new form of education and non-traditional way of educating each other. Так что я предлагаю смотреть на уже существующие решения. Возможно, это школа, возможно, это один учитель, возможно, это какое-то сообщество, которое предлагает альтернативные формы и решения вопросов образования. There are existing solutions out there, but most of them are not seen, they're unknown, and they're not connected, very, very much isolated, because they're out of this, outside of the system, so they also need to survive. They also need to really like bring through their own solution, and with a lot of with little support, so they are really very occupied of preserving this space, for having this learning environment where people within this learning environment create a new form of learning. All right. Эти решения, они действительно существуют, просто в данный момент они изолированы друг от друга и от нас. Они есть, но мы о них не знаем, потому что они слишком заняты собственным выживанием. У них мало поддержки, они находятся вне системы, и поэтому люди, которые этим занимаются, не могут распространять свои решения. Вместо этого они вынуждены выживать. И дети, которые там учатся, и люди, которые этим занимаются, у них уже есть эти решения. Вопрос в том, чтобы распространить и сделать эти решения более известными. And those solutions are also here in Ukraine. И эти решения есть в Украине тоже. The problems that we are facing nowadays in education, they're all around the world the same. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в образовательном системе, они одинаковые по всему миру. Teachers are suffering of burnout. Учителя слишком перетруждаются. Kids are stressed and overwhelmed by the demands that we have on them. Мы слишком многого хотим от детей, и из-за этого они очень сильно нервничают. And parents are afraid of making a new step, a next step outside of the system, because we all are believing in grades, we all believing in security what we have. И поскольку мы все верим в безопасность этой системы образования, мы все верим в оценки, родители очень боятся сделать шаг за пределы этой системы образования. And this brings us also to a point where we have to unlearn what we have been learning for so many years and so many centuries. И все дошло до той точки, когда нам придется забыть часть того, что мы выучили,
о системе образования и о том, как нужно учиться за все эти годы? Education as such is not a national matter anymore. Образование – это уже не национальный вопрос. As we see all the troubles all around the world. То, что мы видим по всему миру. It's a way that we all need to go together. Это то, что мы все должны работать вместе. And I also would want to invite you here in Ukraine to ask this question: what is that the world can learn from Ukraine? И тот вопрос, который я хочу, чтобы вы сейчас задали себе и Украине, это чему могут другие научиться у Украины? What is it that you're having by DNA, by your natural way of how you deal with education, with learning, with evolution, that the rest of the world can learn from you? Что у нас есть такого уникального, особенного, то, с чем мы выросли, и то, как мы работаем с образованием, чему другие страны могут у нас поучиться? In the end, it needs to be collaboration. It needs to be collaboration on a local level, but also on a global level. В конце концов, это должна быть кооперация как на локальном уровне, так и на глобальном уровне. The impact is created on a local level. That is just what can happen here in Ukraine. Результаты видны на локальном уровне. Это то, что может произойти в Украине. On a global level, we need to meet each other to learn from each other to get out of this crisis that we see here in education. А на глобальном уровне нам следует встречаться друг с другом и уже общаться между странами, чтобы вместе выбраться из кризиса системы образования. In the end, transformation of education means that we don't know where we are going. We're going to this, in kind of a direction of uncertainty. В конце концов, превращение системы образования означает то, что мы еще не очень понимаем, к чему мы идем. Мы знаем, что нужно что-то менять, но конечный результат мы пока что не видим. That also means that a good degree does not mean that you get a good job that you expected at former times. И это значит, что хорошие оценки не означают хорошую работу, как это было раньше. And there are many good examples, like Albert Einstein, like Bill Gates. И есть множество хороших примеров, как Альберт Эйнштейн или Билл Гейтс, которые в школе получали не очень хорошие оценки. They did not follow or had troubles in the traditional school system or education system, and then were very successful in life. То есть у них, как и у многих сейчас, были проблемы в школе, внутри системы образования, однако позже в жизни они были очень успешными. So what I consider is very important. То есть то, что я считаю очень важным. That's the driving forces and the forces of transformation are coming together. Это то, что правительственные силы и силы, которые пытаются преобразовать систему образования, работают вместе. And collaborate with each other. Должны сотрудничать и работать вместе. In order to also to create the reality for people who are not aware of where we are going. И также мы вместе должны создать реальность для людей, которые еще совсем не знают, к чему мы стремимся. And this needs to happen on a local level. И это должно произойти на локальном уровне. So I came also here to Ukraine for a reason to give some hints. Я приехал в Украину, чтобы поделиться какими-то советами, подсказками. And one is the book Edu Shifts Now. Again? One is the book Edu Shifts Now. Одно из того, что я могу посоветовать, это книга Edu Shifts. Where we use the new forms of crowdsourcing, new forms of merging the virtual and the material reality. В которой мы используем новые системы и виды аутсорсинга, в которой мы вместе соединяем виртуальный и реальный мир. In order to connect the players of the transformation of education. Чтобы объединить игроков, которые пытаются поменять систему образования. And to reach out to more people that are not aware of what is already happening in education. И чтобы проинформировать еще людей, которые пока что не знают, что происходит в системе образования. Because we have to take very much care that we are not stuck in our own personal experience if we talk about education. Когда мы говорим об образовании, нам нужно быть осторожными, чтобы мы сами не застряли в нашем личном опыте в системе образования.
So what I mentioned before, it's really that we have to start seeing what is happening and how can we support. As we said before, it's not a matter of teachers who are transforming education, it's a matter of the whole society. If it comes to parents, it comes to kids, it comes to teachers themselves, but also like the civil society has a tremendous responsibility in transforming education. И, как я уже говорил, трансформация системы образования, она исходит не только от учителя, она должна исходить от родителей, учеников, других людей, она должна исходить от всего общества. И только так можно эффективно преобразовать систему образования. And in this concerns, I'm really excited what is happening here in Ukraine. И ему очень интересно то, что происходит в Украине в этом смысле. And I hope that you're really taking a leading role in the transformation of education on a global scale. И он надеется, что мы, украинцы, сможем перенести свой опыт на мировой глобальный уровень. So, thank you very much. If you have any questions. Так что большое спасибо. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста. Можна, давайте я вас дуже прошу, ну, тобто спочатку виступи усіх спікерів, якщо є що додати, а потім вже перейдемо до запитань і відповідей. А, окей, тоді прошу. Представляйтесь перед тим, як ставити запитання, представляйтесь, будь ласка. Да, меня зовут Катя. Я знаю, что вы сегодня были как ангел школы в пригороде, в Ирпене. И можете рассказать, какое ваше впечатление от общения с детьми? I was very impressed by the openness of the kids and the easiness to communicate, especially. Oh. Yeah, we need to work on the mics. Oh. Right. Ему очень понравилась открытость детей и их желание с ним разговаривать. I was also very touched by the teachers. Его очень тронули учителя. Where you could see that really like they are open because also of their personal struggle and because of their personal situation. И он увидел, что они тоже очень открыты, хотя у них и есть свои личные проблемы. To step out of their routine and of their own mindset, personal mindset. Проблемы с тем, чтобы выйти за рамки стандартной системы того, как они работали раньше. At the same time, they also need support. В то же время им тоже нужна поддержка. And they need an environment where they can make mistakes, where they can learn, and where they also can develop new forms of thinking, of learning, and of developing working, new working styles. И им нужно окружение, в котором они смогут разрабатывать новые системы, в котором они могут что-то попробовать, сделать ошибки, но в итоге выйти на что-то новое. Еще один вопрос, о котором хотелось бы немного рассказать, это движение, в котором участвует Филипп по всему миру. С чего все это началось? С того, что Филипп 6 лет назад уехал в Бразилию, и там начал активно участвовать в системе реформы образования. И с этого момента начались путешествия по всему миру, где он искал людей с горящими глазами, вот, и организовывал их в одно движение, которое называется EduShift. Оно существует в нескольких странах. Мы хотим, чтобы оно началось здесь. Мы здесь его уже организовали. И вы знаете, для меня это было невероятным открытием, когда люди из разных областей, которые не всегда даже участвуют в процессе образования, но которые в этом заинтересованы, они собираются за одним столом, они обсуждают одни вопросы, и вот этот дух общего чего-то, вы знаете, чего-то глубокого, чего-то важного, он не оставляет. Вот, очень важно постараться сохранить это вдохновение для того, чтобы работать дальше. И вот система, ну, точнее не система, а EduShift, это движение, которое мы сюда привезли, оно может быть частью чего-то большого, чего-то общего. И это очень важно, чтобы мы здесь, в Украине, развивая нашу страну, не консервировали наши знания здесь. Мы можем там, с помощью EduShift, там, участия в конференциях международных и так далее, делиться своим опытом. У нас здесь его тоже много. У нас очень много людей, которые делают замечательное дело у себя на местах. Там, в школах они работают или не в школах они работают, неважно. И вот движение EduShift, оно может помочь выйти нам наружу и брать очень много опыта сюда, отдавать много опыта вовне, быть в контакте со всем миром, быть ближе ко всему миру и объединять усилия здесь.
ласка, я Google. Маю ваше запитання. Филипп, скажите, пожалуйста, да, Алекс Бекер, скажите, пожалуйста, Филипп, а есть у вас образ вот этого, вот этой будущей системы образования? Вы сказали, что мы должны вместе создать его, а вот у вас этот образ, это видение есть? И какое оно, да? Yes, I have a personal vision, and it's not a system. Да, у него есть это видение, и это и оно не является системой. We are now moving out. We are moving into a very interesting time of our society, what I mentioned before. We are evolving as human beings. Наше общество сейчас проходит очень интересную трансформацию. Мы эволюционируем как люди. And we are having technology and also the flexibility, the structures in our societies. У нас есть новые технологии и новая гибкость в нашем обществе. To have many different a huge diversity, many different solutions. Которые позволяют иметь множество совершенно разных решений. So for me, it does not make sense if we exchange one system that is broken. Так что для меня не имеет смысла обменять одну систему, которая поломана. And create another system based on solutions that are working in some areas. И создать новую систему, которая основана на решениях, которые работают в некоторых районах. I think we have to all accept that the school system or the education system that is coming out of the western part of the world. Я думаю, что нам всем стоит принять, что система образования, которая приходит к нам из западного мира, is very reduced. Is very reduced. Minimized. Она очень минималистичная. So we need more lively examples. We need examples of unschooling. We need examples of democratic education. We need examples of free education. Very different educations where people and students can choose. Так что нам нужно множество примеров разных видов образования. Антишкола, демократическая школа, домашняя школа. Их очень много, и нам нужно иметь все варианты. And there technologies plays a really big role because we can now personalize the education. И с помощью современных технологий мы можем индивидуализировать образование. But at the same time, we have to be very careful with this because it does not mean that we give each kid a tablet or we give everybody access to computers and we solve it through that. Но в то же время нам нужно быть аккуратными с технологиями, потому что их наличие не означает, что мы дадим каждому ребенку iPad или доступ к компьютеру, и на этом будет закончиться наше решение. So it doesn't make sense to leave the same methodology, the same way of how we're teaching and receiving information just with technology. We have completely to open the ways that we don't just learn in schools. We can learn in the streets, we can learn from our environment, from our community. То есть нету смысла в том, чтобы просто компьютеризировать наше образование и дальше продолжать по такой же школьной системе. На самом деле мы учимся на улицах, мы учимся в обществе, мы учимся везде, не только в классе. And there also comes education from a broader sense. We need to be very conscious how we are using technology. И образование – это более широкое понятие, поэтому нам нужно быть осторожным с тем, как мы используем технологии в образовании. We still have to learn what does it mean to use artificial intelligence as a species, as a human species. What does it mean virtual reality, creating new realities? Нам еще нужно, как человечеству, понять, что такое, что значит использовать искусственный интеллект. Вот эту новую реальность, которую мы создаем, нам ее нужно изучить и понять, как мы ее используем, зачем и что с ней делать. I was asked to give some concrete examples. Меня попросили дать кое-какие примеры. There is, for example, in Israel, a whole neighborhood became a learning space. Например, в Израиле, the what? A whole neighborhood, a part of a city. Целый район города стал образовательным, скажем так, центром, да, пространством. So what happens is that the kids went out, they learned to cook in restaurants. И что там получилось? Дети пошли в ресторан и научились готовить там. They were making art with artists. Они встретили местных художников и научились у них рисовать.
They went to hospitals to learn about pain and dor. Они пошли в больницы, чтобы научиться помогать медсестрам и посмотреть, что такое болезни, что делают в больницах. And this is what we should understand, that the whole reality is such, is becoming our learning space. И это то, что мы должны понять. Вся наша реальность, вся наша окружающая среда, это на самом деле обучающая среда. In Brazil, there are similar projects, education neighborhoods. Есть похожие проекты в Бразилии, образовательные районы. And what you see then there is that the local community, the neighborhood as such. И люди внутри этих районов. Is growing together and is flourishing. Они работают вместе, и это прекрасно для них работает. Another example in Niterói, in Rio de Janeiro, in Brazil. What? Niterói. Еще один пример в Бразилии, в Niterói. You can say Rio de Janeiro, it's in Rio de Janeiro. В районе Rio de Janeiro. There's a software company which opens the doors for kids in the afternoon. Есть компания, которая занимается программированием, и она днем открывает двери для детей. And they can use whatever is there. Дети могут использовать все, что там есть. Without a plan, without a facilitation, just in observation from the employees of the company. Их детей ничего не заставляют делать, они сами выбирают, что они используют, что они делают, и работники компании только за ними наблюдают. And what happens is that the employees of the companies are getting very creative, being inspired by the kids. И что в итоге получается, это то, что рабочие этой компании, они вдохновляются тем, что делают дети. So this software company, the employees started to create, make their own honey, to brew their own beer, and they created also like a local sharing community around that. То есть что эта компания начала делать? Они начали делать собственный мед, собственное пиво делать, и они сделали центр, где они всем этим делятся. Клара, якщо є ще фінальні ремарки, то після запитання. Не опасаетесь ли вы момента, что дети, которые оказываются в таком, вот в такой форме и в таком районе образовательном, да, они не получат того уровня образования? Будет ли в новой системе некое цензирование, некая система оценки, некие критерии, которые позволили бы оценивать получаемые образование, новой формы. It's a very interesting point and very good point, because we cannot grade the same system we did in the old system if we look at the way we educate in the new system. Это очень интересный вопрос, поскольку мы не можем использовать такую же систему оценок, как и раньше, в новой системе образования. So what I personally, in my personal vision, see very often or very much is that the crucial factor will be trust. То, что он лично считает и видит, что очень важный фактор – это доверие. And this goes hand in hand with our networks, with our communities. So it depends very much with whom you are with. The people, they are really having a relationship with you. They know who you are and they know what you can do. То есть это очень сильно будет зависеть от общества, от сообщества, потому что если эти люди тебя знают, если они знают, что ты можешь, то они доверяют тебе это сделать. That means if you are working together with an expert in a field that is in, that we also know, we also have this kind of form of expertise or of recognition nowadays already. Это значит, что если мы работаем вместе с каким-то экспертом, то это, ну, могут признать другие люди, что вы работали с экспертом и вы чему-то у него научились. And this is coming out really pretty much through the community, through the network that you're in and the fame that you're creating based on trust. Но в основном это видно внутри общества, внутри кругов людей, с которыми вы общаетесь, поскольку вы создаете себе репутацию, и люди, соответственно, этой репутации вас знают и доверяют вам. Я хочу останній акцент, але дуже важливий. Коли я запитував
у Філіпа. А які конкретні інструменти або якісь рішення є для країни, для України, зокрема? То дуже цікава думка пролунала, що в першу чергу ми маємо визначитись з сильними рисами саме нашої країни. Те, чим ми можемо пишатися. І від цього відбудовувати систему. Системи освіти, систему просвіти взагалі. Тобто ми не маємо копіювати всі ці досвіди там, в Фінляндії, або Бразилії, або Ізраїлю, або когось ще. Можливо, ці освітні райони, вони в нас і не зможуть функціонувати, наприклад, в великих містах. Але якщо ми в першу чергу визначимось з сильними рисами саме нашої країни, ми зможемо збудувати власну модель, за якою до нас будуть приїздити навчатись. І насправді за період існування нашої спілки ми познайомились з величезною кількістю людей, цікавих дійсно, які розробляють унікальні речі, яких немає навіть в світі. Але про них ніхто не знає, тому що, як сказав вже Філіп, вони виживають. Вони зайняті своїм виживанням більше, ніж розповсюдженням своїх ідей, своїх напрацювань. І тому оце об'єднання, зокрема і душівць, воно має на меті в тому числі і підняти саме цих людей, допомогти їм вийти на освітній простір, щоб їх помітили якомога більше людей, і щоб це могло масштабуватись навіть у світі. Вже сьогодні є чому повчитись в Україні, але сама Україна про це не знає. Це дуже важливо акцентувати і навколо цього згуртувати громадськість, щоб допомогти таким цікавим ініціативам. Дякую. Я хотіла б подякувати, зараз, секундочку, подякувати всім партнерам, котрі долучилися до організації даної зустрічі. Насправді це не тільки ми втрьох, це дуже багато людей. В нас розписаний графік на 3-4 дні наперед. Філіп відвідає EdCamp, Філіп також поспілкується з представниками Aspen-інституту, в нас буде дискусія. Також є окрема зустріч для представників громадських організацій, є ще декілька місць, можна долучитися. А ми будемо спілкуватися виключно з приводу наших питань, котрі хвилюють, як нам об'єднуватися, як співпрацювати, ну, як найефективніше нам змінювати систему освіти і разом з міністерством, з представниками громадськості і так далі. І також сьогодні в нас є відкрита зустріч, відбудеться ввечері для всіх бажаючих, котрі цікавляться питанням освіти, котрі намагаються змінити в рамках свого або класу, це може бути, ми чекаємо на батьків, на представників шкіл, на вчителів, людей, котрі бажають і вже зараз діють потрошки кожен якби зі своєї сторони на зміни в освіті. Я передаю слово Ірині. Ще у нас запитання є? Давайте. Спасибо большое. Вячеслав Богуславский, меня зовут. Я по принципу, если можно. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, какой принцип должен быть, основной принцип заложен вот в том, о чем вы говорите? Это принцип показать ребенку, что он может, или узнать у ребенка, что он хочет? As a principle, you have a lot of autonomy. В принципе, должна быть автономность. So you should create the environment where the kids are flourished. То есть нужно создать среду, в которой дети смогут себя максимально показать. Where they are empowered to come up with their own solutions. А когда вы даете им право самим решать какие-то проблемы? And we are here to guide them, to understand with them, to learn together with them. То мы должны, и в это время мы должны поддерживать их решения и, может быть, помогать им эти решения реализовать. То есть мы ищем, что хочет сам ребенок. We are basically looking for what the child wants. The child is part of the society. Ребенок — это часть общества. So we look on a the child equals
this, how do you say in English, equals the same like you. То есть мы на ребенка смотрим больше как на равного. And he also has sights and opportunities and potential to teach you. То есть у ребенка тоже есть потенциал чему-то вас научить. If we oppose that we know something that a child needs to know. Если мы считаем, что мы что-то знаем, что обязан знать ребенок. I'm talking content-wise. I'm talking about subjects. I'm talking about themes. Он говорит насчет именно вот предметов, фактических знаний. Then you might disturb his own curiosity, his natural curiosity for whatever he wants to come up. То вот эта наша уверенность и наша попытка его этому обучить может помешать его собственному любопытству и желанию учиться. Спасибо. Yeah, and just a small addition. Each child is different. So some need more inspiration, some need less inspiration, but in this end it's just important that the value is the same. They are not the same. They need also some guidance, some no questions, but the values really need the same. Дети все разные. То есть кому-то нужно сильнее вдохновить, кто-то сам хочет все знать. Принцип остается тот же. То есть ребенку нужно подтолкнуть и подсказать, направить его, но заставлять — это плохая идея. And in that way also we need to practice democratic values, because we cannot expect somebody to be part of an active part of a democracy if we never learn to be democratic in school. И поэтому нужно практиковать демократию еще в школе, потому что если у человека никогда не было шанса что-то сказать, быть услышанным, то как мы можем от него ожидать активного участия в демократии, когда начнет голосовать? And this is, for example, in Brazil, there is a place called Alto Paraíso, the High Paradise. Например, в Бразилии есть место, которое называется Высокий рай. They came five public schools and two private schools together. Они объединили 5 публичных и 2 приватных школы. And they asked the kids, "What is your dream?" И они спросили детей, о чем они мечтают. And then they created all together an environment, the whole valley transformed through that. So in the end, also the adults are learning. И на основе этого они преобразовали весь район, и изменился весь район, и теперь взрослые тоже там учатся. Прозвучала дуже хороша теза та про цінності. Ну, тобто, які насправді найголовніше, та що в такому віці у дітей мають бути закладені правильні цінності, та тоді ми отримуємо якраз хороше, краще покоління, ніж ми. І знову те, що Філіп сказав, важливо якраз, щоб діти не втрачали. Ну, у дітей є оця безпосередність, ця цікавість до всього. Та? І головне, щоб вони не втрачали, бо з віком, стоючи дорослими, та, ми нічому не дивуємося, та? все таке нерайдужне, сірим десь стає. Тобто, це дуже важливо і класно, тим паче зараз у світі, коли всю інформацію то можна знайти там за допомогою кількох кліків в інтернеті, та? Тобто у кожного зараз є гаджет, все це легко шукається, та? Там традиційні підходи до школи, коли потрібно зазубрювати, та? Там багато інформації, вони вже не діють. І основне, та, звичайно, так, навчити дітей креативу, у цьому креативному мисленню, навчити їх мріяти і прагнути до більшого. Та? От Павло Шеремета, колишній міністр економіки і економічного розвитку і торгівлі України, завжди говорив, що там і Україну, і світ змінять завтрашні люди. Та? Тобто прекрасний приклад того, що ви допомагаєте правильно розвивати цих завтрашніх людей. Дякую дуже вам. I have to make some remarks. I love what you're saying, and I totally agree with most of what you're saying. Он повністю согласен з більшістю того, що ви сказали. There are three things I would oppose. Тільки дві речі. We don't have to teach kids to be creative. Нам не нужно учить детей креативности. We don't have to teach kids to be curious. Нам не нужно учить детей быть любопытными. And if what we are talking here, a transformation of education is taking place, we are not talking about economic growth anymore. И то, о чем мы говорим здесь, о трансформации системы образования, это не, ну, мы не говорим о развитии экономики. Because це наводила цитату, я не говорила про економіку, я говорила про цитату людини. Так. Дякую дуже.